Газ приходит в дома вместе с праздником. В селе Красное Палехского района торжественно запустили голубое топливо. В понедельник зажгли первый огонек. Здесь уже сейчас зависит от каждого жителя. То есть мы, как сегодня уже говорили, газ уже пошел в дома, уже 10 домовладений уже подключены. Сейчас они в плановом режиме с газовыми службами будут подключаться, то есть по утвержденному ими там графику. До настоящего времени обогревали местные жители свои дома как могли. Многие по старинке коротали зимние вечера у печек. Мы вот жили с дровами. Кто-то делал, у кого-то было электрическое отопление, у кого-то там какое-то водяное отопление, а у нас были дрова, заготавливали дрова. Очень хорошо, даже не верится, что не надо топить печи. Вставать утром рано и топить печь. Подарок к Новому году для жителей получился долгожданным. Газификацию задумали в 2008-м, а в 2015-м организовали кооператив и подали документы. Именно благодаря инициативе жителей удается вот в конкретных случаях готовить проектную документацию. И у нас достаточно большое количество таких газовых кооперативов жителей, которые за свои средства подготовили проектную документацию. И нам остается только реализовать этот проект. Жители рассказывают, газ в село удалось провести благодаря настоятелю местного храма. В 2012-м была разработана смета для подачи тепла в Свято-Знаменскую церковь. Позже батюшка подсказывал односельчанам, как действовать, и помогал с организационными вопросами. Уже кооператив сделал проект, глядя на соседние села и деревни. Лужки, центральную усадьбу у нас уже с газом. Вот как раз Майдакова, Теплого, заговорили, что в Круцах вот-вот газ будет. Мы, конечно, сельчане с большим удовольствием поддержали. У нас было первоначально 27 домовладений, кто хотел газ, а в итоге получилось 43. У самого батюшки 5 детей, живут скромно и дружно. Газ до сих пор принимают как чудо. Еще не привыкли, что в доме всегда тепло, есть горячая вода, а плита работает без перебоев. Дети тоже довольны, утром просыпаются, дома тепло, в отличие от того, что было раньше, да? Да, это было печное. Вот, да. Потому что раньше и мог и газ закончиться в баллоне, остаться там без ужина, а теперь мы, конечно, радуемся всем. Теперь голубым топливом в селе Красное обеспечено 43 домовладения. Темпы газификации в Палехском районе, отмечают власти, растут с каждым годом. Так, в начале 2018-го газ будет запущен в деревне Крутцы. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Палехский район.